Краповый берет в деле. Аномалия, аномалия, новая какая-то аномалия, смотри, чё. Вот этот вот интересный парень с светящимися глазами, я думаю, будет вызывать вот эти грёбаные аномалии синие. Не, всё-таки с винторезиком, да, он как-то... Блин, посмотри, какой парень, а. Посмотри, какой парень. Краповый берет в деле. Работаем тихо, четко по цели. Друзья, всем огромный привет. И вот так в режиме, значит, стелса мы фигачимся. Просто со страшной силой. Спецназ уже в деле, блиночки. Краповый берет, это серьезно. Краповый берет, это не шутки. Горелый. Готово. Кто следующий? Я пропустил очень много новостей, бро, которые мне тебе надо будет показать сейчас. Держи, друг. Получи, получи, получи. Так, включаем режим стелс. Наготове у нас сразу. Ах ты, блин. Воин Самиди. Негодяй, как ты меня заметил? Я понять не могу. Дружище, блин. Работаем бесшумно, чётенько, да? Красиво, чётенько, бесшумно. Так. А, хорошо вообще. Хорошо, блинчики. Хват. Я искал тебя, бомж. Держи, держи, держи. И добиваем бесшумно ножами. Ну, это, правда, топоры, да? Ну, как бы, ножи прям совсем не отнимающие. Зачистка у нас идет чисто по стелсику. Распадник и ног. Я люблю ножи. Ножи, они фантастика, что творят. Это круто. Держи, дружище. Ай, хорошо вообще, хорошо идет все у нас как надо. Распадник и ног. Привет, блинчики. Говорят, ты тут самый главный, да? Говорят, ты очень опасен. Был опасен и нету опасен, да? Был опасен, теперь не опасен. А что за новости у нас? Друзья, вот-вот уже мы получим с вами новую локацию. Называться она будет АЗС. У нас бомбические новости. Давай прямо сейчас посмотрим. Старая АЗС. Вот такой у нас появился ролик. Нормально. И вот... Во-во-во-во-во-во-во. Аномалия, аномалия. Новая какая-то аномалия. Смотри, что. Нормально. Мы там что, летать будем? Ты видел? УАЗик летал. И это еще не все новости, бро. А вот тот, кто нам будет помогать. Про легендарного охотника на горелых по кличке Хантер ходит множество слухов. Одни говорят, что он в одиночку уходил за кордон. Другие, что он уже давно охотится на мертвяков в чаще леса. Но одно, похоже, правда. После многочасовой ходки в хозмаг Хантеру первому удалось добыть целый язык палача. До сих пор только несколько членов братства смогли повторить это достижение, и многие погибли, пытаясь. Что это такое? Это новый лут, который нам также добавится, да, мы что-то, блин, будем, типа, снимать, вот, язык, типа, того. Слушай, ну это круто! На этом новости еще не заканчиваются. Как же я люблю АЗС. Вот они, слева направо. Намджун, Чонгук. Намджун, Чонгук. Чингачгук. О, Чингачгук, ничего себе. Вот этого я знаю. Гойка Митич. Ха-ха. Джин и Юнги. Люблю вас. Серьезные ребята, серьезные. Что я могу сказать? Ну, короче, вот нам показывают, какие там будут враги, да? Вот это вот АХЧ, да, у него такая дверь. Это, короче, босс, стопудово. Потом такие быструны, да? Потом вот эти типа когтей. Вот этот вот интересный парень с светящимися глазами, я думаю, будет вызывать вот эти гребаные аномалии синие. Ну стопудово. И режим спецназа продолжается. Слушай, как же классно все-таки по стелсу играть. Это прикольно, реально прикольно.
Ну, с винтовочкой мне больше нравится, да? Больше похож на нашего пацана, реально. Хотя не выдает таких бешеных дамагов, как если с мачете. Ну, она легендарка, это понятно, да, что она вообще бешеный дэмэдж выдает. Спрячемся за этим большим сухим дубом. Бэм, блинчики, 2000 просто, 2000. Это не крит, представляешь? Это не крит. Это реально постоянный урон. О, коготь. Блин, как мне нравятся эти пацаны. Опа-на. А он типа это, да? Он увернулся? Как ты уже понял, это хард локация, бро. Самое что ни на есть, сложнее фиг придумаешь, типа того. Ну, сложнее у нас хозмаг, я понимаю, но это из обычных локаций самое-самое. Так, ну что, я думаю, мы их раскидаем красиво, да? Не понял. Ребят, вы вообще что-то имеете против крапового берета? Вы что, ненормальные, что ли? Что-то ребята попутались, серьезно, да? Блин, вот эти бафы, жалко, их нельзя убирать. Я бы их с удовольствием убрал. Не понял. Блин, нет, нет, друг. Началось, да? Красиво шли, красиво, блин. И смотри, какая ерунда началась. Да держи, блиночки. Ну вот как бы и все, да? Против лома нет приема. Мы можем с тобой по стелсу, а можем и просто в лоб бомбить и зафигачить всех. Почему? Да потому что краповый берет, блинчики, в деле. Все, блин, все, разлетайтесь, бомжи. Меня спрашивают, почему ты называешь их бомжи? Ты посмотри на них, подертые вещи, такие все стрелы. Почему зомби это бомжи? Ну потому что бомжи, можешь говорить кожееды, но мне больше кажется, что они бомжи. Вот эти все подертые, вонючие, говнючие, фу, блинчики, бомжи. Понимаешь, да? Бомжи. Бомжи, бомжи, бомжи. Так, ладно. И тут Остаба понесло. Маечки нет. Маечки пока что нету, бро. Блинчики. Ах ты ж, блин. Негодяйское отродье. Исчадие ада, изыди! Нельзя стоять в кустах. Если ты не видел прошлый ролик, обязательно посмотри. И ты поймешь, почему нельзя стоять в кустах, в которых мы загасили какого-нибудь язычника или еще очередного бомжа. Хороша штука, хороша. Также, если у тебя в руках мачете, да, вообще просто убер. Металлолом. Я здесь не просто выполняю задание, я еще фигачу метал. Смотри, что нужна обычная мачете, блин. Вот блинчики. Ух ты, елки-палки. Бро, самое тяжелое вообще, что можешь ты найти, это вот эти винты. Поверь мне, это самая редкая фигня. Куда она нужна? Ух, куда она нужна? Ух, куда она нужна? Я тебе сейчас покажу. Покажу, когда выйду. Когда мы закончим, да? А то сейчас какой-нибудь опять негодяй прилетит. Будет мне мою шикарную блестящую броню ломать. Я не хочу, чтобы мне ломали мою броню. Не, все-таки с винторезиком, да? Он как-то... Блин, посмотри, какой парень, а? Посмотри, какой парень! Вот это наш пацан, да? Вообще... Вообще фантастика, блин. Так, что там? Пиво, пиво, пиво. Это после, после, это после, да? Конечно, мы с тобой отмечаем после. Для начала задания, а потом уже. Давай за них! Давай! Ну, ты понял, короче. Так. Берем. 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 Надо сразу, короче, этих пацанов лутать, иначе потом вообще просто вспотеешь. Ой, хороша кувалда, да? Я уже говорил тебе. Когда я хожу за металлоломом, по-хорошему, я кувалдой пользуюсь. Потому что вот этой первой ерундой, да, ломом этим, молотком, ну, конечно, это, блин, для новичка. То есть слишком долго ты будешь что-то как мучиться. Так. Вот еще, блин. Ничего себе, я тут полную карту этих... Раскидал, пооставлял. Без сотки вообще, на меньшее я не согласен. Картошечка наша, наша отечественная. А, запеченная, блинчики, с укропчиком, вкуснять. Что-то ненормальный какой-то волк. Ты что, болеешь, что ли? Ты почему стоял вот так вот, напугал меня? Почему сразу не кинулся? Мне прям страшно, когда что-то такое происходит ненормальное. Так, что нам не надо?
Нам вообще все не надо. Вот этот, в принципе, у меня дофига этой штуки. Так, вот эту тачку. Здесь 5 тачек. 5, представляешь? Вот на этой локации 5 машин. И если у тебя будет в руках мачете, да, для вскрытия, в каждом просто еще пятнашка металлолома. Больше сотки вытаскиваешь. Вот просто больше сотки за один заход в эту локу металлолома. Я не знаю, 2 раза сходил, и все, и тебе надолго хватит. Типа того. Блин, ну давай возьмем вот эти штуки. Но я что-то это давненько не торговался. Да, вот с мачетой что-то я это опарафинился. Что-то мне казалось, блин, это... Короче, мне казалось, я думал, он будет легендарную мачету использовать. Не, нифига. Он ей только в бубен дает. Мачет этих немерено дома. То есть это вообще не проблема. Надо было только взять с собой. Так, смотрим. По месту. Есть место. Нормалды. Красиво. Чик-чик. Как же мне нравится, слушай. Это самый любимый обвес у меня пока что. Краповый берет. Шикарно вообще. Ну, майка спецназа тоже классно, да? Но мне больше краповый берет нравится. Майка спецназа, да, она самая сложная в сборке. Там хозмаг. Я не 100% делаю зачистку каждые 15 часов хозмага. Поэтому вот пока еще маечки нету. Так. Вот эта звездочка, да? Вот в этой локации фармится. Если ты на этом этапе, развития, вот ты знаешь сейчас, где она берется. Здесь она берется. Я их беру. Почему я их беру, да? Скажу почему. Ну потому что, блин, кто-то пришел. Почему я их беру? Они для торговли нужны, для заноза. Заноза у нас появляется несколько раз в день, друзья. Не забывайте, это, конечно, шикарная мадам. Что-то я ножей набрал вообще, блинчики. Тут некого ими фигачить. Блин, мне бы по-хорошему и мясо надо было, да? Ну ладно, давай вот так поступим. Фляги прям полные, шикарно, да? Даже набирать водой не надо. Вообще имбовая локация. Вот эта имбовая локация. Просто, ну просто имбовая. Поговори с Клёпкой, я выполнил задание. Задание на поиск бомжей. Специфических. У них запах необычный. Все овном, а они карамелью пахнут. Понимаешь? Необычные. О, ничего себе, ребята. Тут серьезно у них какая-то сходка. Должна была, намечалась. Шабаш, блинчики. Как шабаш ведьм, только шабаш языков. Представляешь? Безобразие. Значит, чем они занимаются? Ну, ты знаешь, чем они занимаются. Они собираются вместе и вот это... Короче, беспредел вообще. Поэтому мы, в принципе, избавили землю от вот этих негодяев, да? Избавили, значит, эту локацию, чтобы они тут вот безобразием не занимались. Взрослые мужчины, блинчики. Взрослые мужики, елки-палки, занимаются какой-то... Держи, друг. Ты вообще чего-то не это. Не осознаешь, что здесь, на вашей территории, краповый берет. Глотнуть бы сейчас в водичке. Нормально все. Нормально, до дома дотянем. Посмотри, как шикарно, да? Табак. Баксики. Что здесь еще такого шикарного в этих локах? Все, что надо для торговли. Все, что надо для торговли с союзом. Ну а торговый союз — это гемоблокада, да? Это аптеки просто, стак 20-ку можно. Да, также уникальная тема — ножовочные полотна. Я возьму ради прикола, но думаю, они мне не потребуются. Нафиг я вообще, блин, надо было картошечку взять и все, да? А я что-то набрал, как будто тут вообще, блин, серьезные ребята. Да против спецназа эти бомжи вообще не вывозят никаким образом. Ни разу еще не полечился. Ни разу ли. Консервы съел так какие-то там стрёмные, радиоактивные. А, нет, 2 картошечки мы... Не, ну я даже не лечился. Я так просто. Картошечка, а, тепленькая. Хорошо вообще. Так. Ускоряемся, да? Что-то как-то я запутался, короче, конкретно. Что такое, блиночки? Вы спать вообще будете когда-нибудь, а? Почему бегаем-то, мужчина? Давно уже в люлю пора.
Так, что у нас? Что у нас? Что у нас? Ну вот уже больше сотки есть, да, металлолома. Вообще нормально сейчас еще в одну. И просто 200. Вот 200 циферка мне нравится. Хорошая циферка. Но также здесь можно вот резину, да, старые покрышки 10 штук взять. Резины. Нужная ерунда. Также можно стак дерева нафигачить. Конечно, это все надо. Ты металлолом не будешь плавить. Что, ты сам сядешь, что ли, под этот металлолом, под печку? Нет, конечно. Дрова нужны, блинчики. Так, все, мне кажется, да? Ничего особо не пропустили такого. Я думаю, мы еще с тобой сейчас возьмем тогда. Когда очень... Короче, когда ты не собираешь долго, да, то вот хавка реально заканчивается. Включаем авто, и он пошел по всем ящикам по этим. Ну, короче, надо, а картошечка, картошечка-то, а? Это хорошая штука. Тише, тише, мужчина. Спокойно, все хорошо, блин. Все под контролем, тут уже никого не осталось. О, бочка. Хорошо, слушай, приятно, когда... Так, грибочки. Ну, давай, грибочки с картошечкой, а? Да еще кусок мяса большого. И вообще, я не знаю, жизнь удалась. Удалась жизнь, вот прям, не шутки. А ты почему лежишь необысканный? А? Друг, еще один? Как вы мимо моего зоркого глаза, значит, проскользнули? Вот так вот. И все. И хорошо. И отмучился. Бегал, бегал. Чего бегал, блин? Давай вот это сотрем. Вот это важнее, чем... Ну, ты понял. Нет места в инвентаре. Все отлично. Значит, все отлично. Все замечательно. Ну вот так как бы, да? Легко и просто. 120 металлолома. Это на 60 арматур. На 60 арматур. Короче, очень-очень-очень неплохо. В общем, друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, качай игрушку, конечно же. Ссылочка на скачивание в описании. Подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ждем обновления. Обновление уже должно быть вот-вот-вот-вот-вот. Прям, ну, чуть-чуть прям осталось, прям чувствую. Ну и лук собрать у него, лукса.